В эти выходные прошла презентация EP-альбома «Вспышки» ведущего телеканала ОНТ Сергея Соболя совместно с Аленхитом. Сергей Соболь не только ведущий спортивных новостей. Талантливый человек, талантлив во всем. Сергей снимает сюжет, увлекается спортом, пишет песни, читает рэп, а совсем недавно пробовал себя еще и в новой роли – ринг-анонсера. В его альбом вошли 5 песен. Сергей признается, что его главным вдохновителем является семья – жена и двое детей. Аленхит – белорусский певец, который в этом году участвовал в отборе на Евровидение с композицией «I don't care». Поклонники называют Алена белорусским Джастином Тимберлейком. Сперва Сергей Соболь и Аленхит планировали записать совместно только одну песню. Но тандем оказался настолько крутым, что перерос в мини-альбом, который они презентовали в эти выходные. «Вспышки» – это все мы, это наше настроение, это тот кайф, который мы испытываем от жизни, это наши яркие моменты среди черного полотна. Сергей написал все песни. И, честно, я обычно не пою песни других авторов, я пишу сам, но в этом случае я сделал исключение, мне приятно петь песни вот этого вот человека. Через неделю мы начнем писать нашу новую песню, уже аранжировка есть. Он заставляет, он бьет, он забрал паспорт. Мама, я здесь, я живой пока что. Я тебя просил об этом не рассказывать. Это торт, и это все съедобное. Это все. Слава богу, мне Сергей разрешил, позволил написать припев. В конце июля мы даже сделаем концерт на Зыбицкой. Спасибо!